нас сегодня 19 марта. Сейчас, конечно, солнышко зашло прохладно, но сейчас вот выйдем на солнце, будет снова тепло. Вот такой вот у нас март. О, вот сейчас уже тепло. Ну что, идем сегодня у кино. Обязательно. Да, посмотрим мультик «Королевские корги». Да, мы неравнодушны к этим собачкам. Посмотрим, как они их засняли. Будет, я думаю, интересно. Кстати, знаешь, что я обратила внимание? Смотри, сколько здесь парковочных мест, да, в этом торговом центре. А машин? Раз-два и обчелся. Может быть, их, конечно, больше в выходной день, потому что сейчас вторник и будний день, людей мало, но все равно, конечно, здесь, смотри, сколько территории. А, хотя здесь летом, по-моему, горки. Да, горки, детская какая-то площадка. Площадки они привозят. Да. Зимой вот там елку не ставят. Да, так что мы уже подходим. Тут у нас был разговор за кадром. Мы говорили, зачем ехать в Ривьеру, если хватает достаточно неплохих магазинов и рядышком здесь в сити-центре Котовский, если здесь он есть и для детей, и вон есть даже вон какая-то мебель здесь, и покушать вон можно, и, собственно, вот посмотреть кино. Ой, смотри, как красиво они сделали. А, это, наверное, для детей. Ой, ты знаешь, я сама бы туда на ту качели бы, на той конячке бы покататься. Это такая, да, по вторникам день зрителей, и можно вообще за 60 гривен стоит большая пола. И вот такая вот огромная пачка попкорна. Я даже и не знала, что я впервые заказываю вот по такому предложению, но это для двоих человек. Даже не пачка. Да. Ну, вкусно, да? Я еще не пробовала. Вкусно. Он еще теплый. Ну, расскажи, как тебе, понравился? Нормально. Мне понравился. Хороший. Мультик классный получился. Так что рекомендуем, да, к просмотру. Вообще, вот мультик шел где-то полтора часа. И вообще, как будто за две минуты его посмотрели. Да, да. Мне лично он понравился. Наша любимая тематика с корги. Да, ну что, мы сейчас уже на выход. Да. Все, идем на выход. Красиво сделали, правда? Очень, да, в одесском стиле. Да. Да.